Для меня пиар – это продвижение каких-либо творческих идей, мыслей, формирование общественного мнения, создание системы коммуникации для взаимодействия с общественностью, поддержка репутации и множество других необычных поступков. Это важный элемент человеческой жизнедеятельности, так как качественно выстроенная коммуникация имеет большое значение не только в профессиональной деятельности, но и в других аспектах жизни. На мой взгляд, пиар – это не просто профессия, это призвание человека. Настоящий пиарщик совмещает свою работу с удовольствием или с хобби. Именно это дает ему шанс оставить свой след на этой маленькой земле. Для меня пиар – это возможность реализовать свои творческие идеи. Я решила стать специалистом по связям с общественностью, потому что я знаю, что пиар – это мое и для меня. Для того, чтобы стать хорошим пиарщиком, нужно не только зубрить конспекты, но и действительно понимать, кем ты хочешь стать. Пиар – это искусство презентовать человека в самом лучшем свете. Что такое пиар? Пиар – это мои надежды и мечты. Я все поставил на эту профессию, я не могу ошибиться. Пиар – это я. Пиар – это самое лучшее, что когда-то со мной случилось. Пиар – это моя группа, это моя команда, это моя судьба и моя жизнь. Для меня пиар – это просто все. Пиар для меня – это самое хорошее, что случилось в жизни. Кто такой пиарщик? Это самый крутой студент из школы. Пиарщик – это я. Дима Котов. Кто может изменить нашу жизнь к лучшему? Но пиарщик – это человек, который дарит людям счастье. Не мешай, пожалуйста. Пожалуйста. Все равно он нас больше не ведет. Можно звонок? Можно. Можно сначала? Да все, не могу. Можно сейчас? Да. В общем, как смогла, так пошутила. Значит, Дима принес положение и положил его на кафедру. Поверите. Положение положил. Какой молодец, да? Тебя я отпустила, вот его нет. Так а он не с нами же был. Если вы социопат или хотите жить в лесу с книжками, ни в коем случае не поступайте.